Весняне харчування дуже смачне, корисне, наповнене зеленню та дозрівшими ягодами. Як же все це не пропустити і, звичайно, вживати у тих кількостях, які потрібно? Дізнаємось від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Кирилова, дієтологиня і нутриціологиня. Юлічка, рада тебе бачити. Так, взаємно, дуже приємно, рада бачити. Ти знаєш, Юль, нутриціологи зараз говорять, що треба їсти все, що є. Тому що весна, тому що ми наповнюємо свій організм зеленню, свіжістю, ну і отримуємо радість, так? Тож навесні яким продуктам бажано би надати перевагу? Знаете, как обычно мои пациенты говорят, а есть ли какая-то такая волшебная таблетка, либо один продукт, который поможет мне похудеть, стать молодым и красивым? Я говорю, вы понимаете, это целостная работа. Наш организм – это как автомобиль, то есть чем ты его заправляешь, настолько ты качественно и быстро едешь. Поэтому нет одного продукта, то есть есть баланс, то есть белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. Если ваше питание сбалансировано, тогда вы будете чувствовать себя комфортно, красивым, здоровым и долго оставаться молодыми. Но помимо правильного питания должна быть модификация образа жизни. То есть, если вы будете правильно питаться, но при этом будет гиподинамия, да, то есть отсутствие какой-либо активности, то есть лежа на диване, смотря телевизор там 24 часа в сутки, вряд ли вы будете здоровыми. Поэтому здесь как бы общая система. То есть это физическая активность, полноценный грамотный сон, антистресс, потому что мы сейчас работаем в такое поколение, когда мы все такие нервные, спешим, торопимся, поэтому очень важно налаживать и эти процессы. Ну и, конечно же, правильное питание, все вместе как бы дасть вам баланс. З приводу продуктів, ми будемо продовжувати цю тему, але до антистресу повернемось також. Дуже цікаво дізнатися, що ж мають на увазі нутриціологи, коли кажуть антистрес. Так, можливо, в якихось продуктах він теж є. Лайфхаки розкажу. Зелень. Кріп, петрушка, може бути рукола, там, чи кульбаба зелена, до речі, багато хто теж рекомендує її вживати. Тож, в яких кількостях та як саме потрібно це робити? Зелень – це прекрасний істочник, во-первых, групи вітамінів В, особливо В9, це натуральний, да, вот, скажем так, такие вот природные стимуляции молодости организма, которые дают нам энергию, поэтому зелень абсолютно разную, то есть важно запомнить, что опять-таки одного важного продукта нет, то есть это должно быть и укроп, и петрушка, и кинза, и базилик, и одуванчик, все что угодно. Единственное, если есть какие-то проблемы по здоровью, допустим, там проблемы с гормональной системой, щитовидной железой, да, там гипотиреоз, то некоторые какие-то определенные там крестоцветные, либо какая-то зелень в больших количествах могут только усугубить состояние. Поэтому это нужно отслеживать. Но если вы, в принципе, в среднем здоровый человек, то, конечно же, любая зелень – это прекрасный источник, опять-таки, молодости, долголетия и красоты. Юль, от, мы можем наїстись навесні, от, як то кажуть, так, наїстись і на все вже тоді, на увесь рік. Чи може так бути, чи треба їсти таки постійно, і неважливо, чи навесні ви наїлись чогось і поповнили вітамінами свій організм, чи ви будете продовжувати це робити, так? На яку, на який період ми поповнюємо свої запаси, так? Смотрите, в любом случае продукты, они дают как бы нам энергию, но опять-таки там сутки, двое, то есть как бы чем хорошо весна и лето, тем, что вы находитесь не в дефицитах, то есть если вы кушаете ягоды, фрукты, зелень, молодые овощи, то вы просто закрываете свои дефициты по нутриентам важным. А в зимнее время, да, в осеннее, почему у нас авитаминозы, почему мы часто болеем? Потому что не хватает витаминов для полноценной работы организма. Именно поэтому мы болеем. Просто в более холодное время года, мы как бы переходим, во-первых, на корнеплоды, да, на другие овощи, которые есть. И другой момент, мы смотрим дефициты, закрываем их, если нет возможности, продуктами, то нутрицептиками. Мы можем купувати все це взимку, мы можем їсти зелень взимку, так? Але вона буде трошки іншою. Все ж ми все одно будемо поповнювати свій організм тим запасом, який, можливо, нам от зараз якраз його не вистачає. І тоді люди помічають, що і взимку можуть менше хворіти, так? Звісно. Ось тут треба той баланс враховувати. З приводу ягід, тут зараз почнеться сезон, полуниця – це не перша ягода, якою ми всі задоволені. Чи варто їсти її одразу? Як перевірити, що вона буде корисною без тих нітратів, які дуже часто доводиться бачити, що додають такі люди? Ну, є спеціальні приспособлення, да, нітрометри, які перевіряють наличие, скільки там нітрату в цьому продукті. Ну, звісно ж, от прямо, якщо вона з'явилася на перших полках,
конечно же, не бегите за ней, хотя бы выдержите неделю, чтобы она полноценно как бы отцвела, и тогда, пожалуйста, покупайте, приобретайте, ну, конечно же, любые ягоды, какой бы миф ни был, знаете, как говорят, а малину мы не моем. Малина, как бы она, в ней есть какие-то определенные химические вещества, которые сама себя защищает. Но как бы это заблуждение. Мухи седают, да, ну, конечно. В любом случае, смотрите, самое главное, что это здоровье нашего желудочно-кишечного тракта. Если у нас нормальная кислотность, а это встречается пару человек, да, несколько человек, вот, допустим, это пример нашей пищевой тарелки, да, продукты, которые должны быть обязательно ежедневно на столе. То есть помимо ягод, это хороший источник белка, как бы особенно сейчас с ковидом, для того, чтобы быть здоровыми, вы должны постоянно пополнять пул белка, потому что белок – это иммуноглобулины, да, это наши защитные иммунные реакции на все какие-то внешние раздражители. Это средиземноморское питание, да, как бы пирамида представлена, это на данный момент медицински доказано по всем характеристикам и параметрам наилучший вариант для долгожительства. Для молодости не зря, да, как бы средиземноморские страны такие вот красивые, изящные, молодые, потому что об этом нужно помнить. Микрофлора, да, ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, вот то, о чем мы говорили, зимой мы чем себя балуем. Так, вот такие витамин С. Вот, да, ферментированными продуктами, которые дают нам огромное количество полезных бактерий, а если наш кишечник будет здоровым, мозг и кишечник, это взаимодействие. Связь. Мы будем умными, здоровыми, счастливыми. Поэтому об этом нужно важно помнить. Да? Вот здесь представлено несколько порций. Вот как бы порция обычно 100 грамм. То есть как бы 3-5 порций в день овощей вы должны съедать ежедневно. Ну, долонька, це те, що нам треба. Вот смотрите, если мы берем тарелку, то половина тарелки, да, вот 1/2 тарелки, это должны быть овощи. Как часто у вас половина тарелки занимает овощи? Я понимаю, знаю, картошечка, отбивнушечка, и в лучшем случае у вас там помидорка черри. Должно быть с точностью наоборот. То есть у вас должна быть половина тарелочки овощи, 1/4 тарелочки цельные злаки крупы. Цельные злаки – это не овсянка, которую кипятком заварил, и она уже готова. То есть это каша, которая минимум варится 7-10 минут. И белковый продукт обязательно. Угу. Вот. Ну, это такая все одно долонька будет. Да, да, конечно, конечно. Будет. Вот так вот это крупа, вот так вот это овощи. И вот так же это белок. Угу. То есть это рыба, яйца, творог, морепродукты, птица, мясо, все что угодно, белковые угу. продукты. Є люди, які чогось не люблять, а від чогось відмовляються. І з такими людьми насправді дуже важко впоратись, тому що ну, це стосується, мабуть, підлітків, які просто вибадують, от їм щось не хочеться. Як заставити, змусити, я не знаю, полюбити? Смотрите, дуже сложно, навіть якщо це маленький чоловік, сложно заставити ребенка, да, от пример, да, ладони, яким образом распределяется, вот большой палец – это у нас количество жира, употребляемое за, как бы, за один прием пищи. Что касается, как заставить? Ну, как бы изначально не совсем, скажем так, тактичный момент, потому что в любом случае любой человек – это личность. Ну, и так, этого человека, такие. Да, вот особенно как бы, да, там, клиентам, своим пациентам, они там, я там не завтракаю, говорю, вообще не вопрос. Но если хотите оставаться также вот в таком состоянии, пожалуйста. Но если вы хотите, то есть я знаю, да, опять-таки, точно так же сбалансировать. Это белки, жиры, углеводы, разные варианты, да, красивые картинки для того, чтобы вы вдохновлялись и понимали, что полезные. Олия, это взагалі, да, оливковое масло, именно поэтому, допустим, там Греция, Италия, почему они такие долгожители? Потому что оливковое масло, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 в больших количествах, ну это фастфуд. Либо це ни в якому разе не можно. Смотрите, это джанкфуд ни в якому разе как бы тоже, потому что бывает очень часто расстройство пищевого поведения. Да, вы должны понять, что вот это вредный продукт. Если вы на данный момент не можете себе отказать, то это должно быть хотя бы 5% от 100% вашего правильного рациона. Если 95% вы едите цельнозерновые крупы, злаки, овощи, ягоды, белок, то, пожалуйста, в выходной день Наполеон, там, пожалуйста, скушайте или там где угодно, без зазрения совести. Просто главное... Но чипсы не можно. Но чипсы – это трансжиры. Что такое трансжиры? Да, как бы? Это такие онкоклетки, которые вы складируете в вашем организме, они не выводятся. То есть вот это такая... Из-за того, это ужас, да, и просто человек должен, вот как вы говорите, как заставить, человек должен просто понимать, что то, чем он заправляет, это сухофрукты, да, как бы, опять-таки, мифы, заблуждения. Я не ем сладкое, но зато я съела 0,5 кг фиников, это же очень полезно. Да, но как бы вы учтите, что это высушенный фрукт, у него, да, там, цукром, без влаги, скільки, с цукром, да, багато. Он вам инсулин поднял. Ой, точно. Ну тут взагалі такий это баланс. Это жиры, да, это и семечки, авокадо, это вообще мега полезный, кстати, это фрукт, да, не овощ, для женского здоровья, для мужского. Поэтому, если вы хотите, опять-таки, быть красивыми молодыми, авокадо every day.
Как бы так би сказала, да, каждый ну, день. Ну, що, тоді нехай будуть, а ось тут, Юль, опять-таки, тут? Junk food, да, это как бы с американского сленга, это неправильное, несбалансированное питание, как бы то, чем мы грешим, да, в Италию. Вряд ли Макдональдс установят картопелька, да, но понимаете, опять-таки, когда ты понимаешь, что ты вот этой картошечкой, ты сокращаешь себе количество жизни, и ты, грубо говоря, тяжелые металлы попадают в твой организм. То есть организм не знает, как с ними работать. Вот, поэтому он атакует, и оно складируется, 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 вот. Риба, от я знаєш, я завжди да. Думала, як же так, океани зараз забруднені, угу. У нас зараз взагалі, ну що робиться? І ми їмо, угу. Їмо ту рибу, яка набралася. Конечно, в ідеалі, це, знаєте, як ідеальне будущее, там, загородний домик, ви така там за городом, такий свіжий воздух, розовощокі, да, і риба здесь, как бы, вашим, конечно же, но мы уже исходим из того, что мы имеем. В идеале, это, конечно, риба дикого улова, да, то есть, как бы, но если, как бы, нет, выбирайте минимальным, потому что если мы сейчас будем смотреть, что на полках, да, там, в магазине, супермаркете, это все равно промышленные продукты, поэтому хотя бы позитивные мысли, эффект плацебо никто не отменял, поэтому мы помним об этом, знаем, ми як би працюємо з цим. Обираємо із того, що є найкраще, да, так? Найлучше, да. Тарілочка. Ось угу. Хотілося б почути, Юль, ну я угу. знаю, що справді і ти сама так угу. Струнка, угу. гарна, угу. і твої діти також угу. добре себе почувають. Угу. Які сніданки, обіди та вечері угу. ти їм пропонуєш? От, ідеально. Фотографії вже нет, но как бы покажу потом по поводу завтрака. Вот смотрите, самое, да, вот завтрак. Самое важное, очень частая проблема, люди говорят: а я вообще не завтракаю. Я там в час, в два часа дня я выпила кофе, там побегала, походила, либо там мне некогда. И вот это самая главная ошибка. Потому что правильный завтрак, особенно самый важный принцип, это в течение первого часа после пробуждения. Это максимальная закладка вашего здоровья. Почему? Потому что запуск определенных гормонов. То есть у нас кортизол с утра нас будет, все сейчас на него грешат. Хотя это прекрасный гормон, который утром, именно он дает нам сигнал вставать. И вот мы встали, кортизол повышен, и чтобы его снизить, нам нужно обязательно позавтракать. Когда вы пропускаете, кортизол остается высоким, и дальше вы его триггерите, и дальше неправильный запуск гормональной системы. От этого потом и разные заболевания, мы потом откуда у нас, да, разводим руками, откуда же болезни. То есть очень важно, это полноценный сбалансированный завтрак. Что такое полноценный сбалансированный завтрак? Это белки, жиры, углеводы и клетчатка. Еще... Прекрасный вариант. Тут. Вот смотрите, яйца, допустим, это у нас источник полноценного белка и жира холестерина. Холестерин – это нейтральная молекула, не нужно на него все зло опять-таки вешать. Он прекрасный, как бы, поэтому нужно правильно не бояться. Может желток быть сырым, так? Ну, смотрите, бути... просто чем более он более долго варится, тем он тяжелее будет перевариваться. Угу. То есть чем меньше мы его варим, тем проще он будет метаболизироваться у нас в организме. Рыбка, опять-таки, прекрасный источник омега-3, это белок, цельнозерновой хлебушек, да, чтобы это были именно зерна, то есть не просто mm-hmm. из муки белого помола. Ну, без дрижжи. Смотрите, дрижжи – это тоже такой заблудительный момент, как бы, да, такая, скажем так. Дрожжи все равно погибают при температуре 160-180 градусов, дрожжи погибают. Просто чем проще состав хлеба, то есть должна быть мука и соль. Угу. В идеале, конечно, если это еще какая-то закваска ферментированная, которая покормит ваш микробиом вашего кишечника. Ну, краще тоді обирати на заквасці. Да, 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 это шикарно. Угу. И чем проще состав, то есть как только вы переворачиваете хлеб, читайте, вот самое главное правило, научитесь читать этикетки. Даже если написано фитнес для похудения, вы станете молодой, вы переворачиваете и читаете, и думаем, что таки да, не да, так. Да, 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 что в составе, потому что если на первом или на втором составе ягоды, да, прекрасный источник антиоксидантов, прекрасный источник молодости, то есть это обновляет ваши митохондрии, ваши клетки, то есть продлевает вам вашу жизнь и ее качество. Поэтому ягоды, квашеная капуста, ферментированные продукты, да, что такое ферментированные? Это продукты собственного брожения, то есть это вот квашеная капуста, огурочки, помидорчики, как бы, если это бабушка или вы сами делаете, это бочковитель. Бочковит, так, да, это прекрасно, без отсту, без цукру, это прекрасный источник микрофлоры и вообще питания для нашего кишечника. Также прекрасный вариант завтрака. Единственное, что хочу, ну, как сказать, что завтрак не должен быть сладким. То есть вы должны об этом помнить, потому что сейчас проблема вообще нашего поколения – это инсулинорезистентность, то есть наша поджелудочная железа. И почему такая причина? Частое дробное питание. То есть человек прошел, допустим, работает в офисе, да, раз там орешек mm-hmm. пробежал, яблочко. Ну я как бы ничего такого, тут еще там какая-то семечка залетела, кофе с молоком, прием пищи. Mm-hmm. То есть кофе чистый и кофе с молоком, капучино – это уже прием пищи.
То есть это нужно учитывать. Так це враховувати. Да, это молоко. А что такое молоко? Молоко содержит лактозу. Лактоза – это молочный сахар. Вы выпили кофе с молочком, вроде как я не ем, при этом инсулин у вас поднялся. То есть вы, грубо говоря, триггерите вашу поджелудочную железу, а потом откуда у меня инсулинорезистентность, лишний вес и проблемы со здоровьем. Так а что теперь каву с молоком? Смотрите, во-первых, сейчас большая проблема распространенная, это доказано просто даже анализами о том, что ферментативная активность, да, вот лактозы, фермента, который переваривает эту молочную, да, там молоко коровье, оно снижается. Должно так быть исторически, что с возрастом оно снижается. Поэтому если вы молоко пьете за 30, за 20, вам как бы здоровым не быть. Поэтому об этом нужно знать, либо подкреплять его ферментами, допустим, там мамалак, да, и другие ферменты, там лактазы, либо лучше избегать. А, Юль, а да. Якщо хочеться тістечка, ну хочеться тортика, не знаю, поснідали ви добре, ось так, як там на картинці, і з'їли шматочок торта. Да, пожалуйста, только я ж говорю, это должно быть правильно, это не должно быть на голодный желудок, то есть вы должны полноценно покушать поснідати. И сделать, пожалуйста, ваш как бы тортик. Ну, опять-таки, и не каву. Смотрите, каву вы пьете через 30-40 минут после еды, потому что она... ну, получается, как бы препятствует всасыванию железа, магнию, кальция. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми, то лучше через... Да, Юль, делайте... я себе навіть запишу. Обязательно кава. Пишите. Это значит 30 хвилин після, так? Да, после... А чай? И чай точно так же, там тоже таниты, тоже кофеин в таких же количествах, может быть, даже где-то больше, где-то меньше, поэтому просто делать интервал. Угу. Вот. И чистый чай без сахара, без молока, то есть через 30-40 минут, пожалуйста, выпейте. А физичні навантаження, угу. Це теж дуже важливо для кожного з нас. Угу. Є фото, які теж в нас вже ось на підході, покажемо, як це може бути. Ось такі дуже серйозні, мабуть, заняття. Ну, це як варіант того, щоб вдохновити, да, там, якби, це фотографія того, щоб вдохновити людей просто займатися спортом. Спорт, саме головне, якби, це має бути в кайф і в радість. Тому що, якщо ви йдете в спортивний зал, і вам це притит, да, і ви такі в напряженні, буде працювати, опять-таки, неправильна робота гормонів, і воно вам не буде во благо. Тому це має бути з толком, з кайфом. То ли це зумба, то ли це фітнес, то ли це бег, пробежка, быстрая ходьба, с детьми в парк, все что угодно, то, что вам приносит радость и то, что повышает вашу активность. Даже если вы делаете генеральную уборку в квартире, это прекрасная возможность поддерживать. Единственный момент, после 30 лет мышечная масса в организме любого человека, она снижается. И просто кардионагрузками, там, танцами, ходьбой мы ее не увеличим. Поэтому силовые тренировки со своим телом, либо там в спортивном зале, либо с фитнес-резинками, либо маленькими гантельками, будет прекрасное дополнение для того, чтобы вы поддерживали, был ось такой як, тонус. Ты бачишь, як з віком треба більше працювати над собою. Однозначно. Не зря говорять, там, а чому я там в 15 років з'їв шоколадку, утром встав мінус кілограм, а зараз якби я подышав на шоколадку, встав плюс 2 кілограма. Да, і таке є, але об этом нужно помнити і знати. Просто більше заботитися о своєму організмі. Наскільки кілограмів ми можемо збільшити свою вагу, якщо нам там 30-40? Ну, взагалі, з віком. Вообще, по рекомендаціям ВОЗ, да, по вот этим вот утвержденным проектам, статистикам, полкілограма в год с каждым годом вы прибавляете. Вот. И самое как бы, такое не совсем приятное, это то, что вы теряете мышечную массу. То есть вы набираете за счет жира. Угу. То есть и почему, вот, да, там, вот, скажем так, люди в возрасте, да, такие, скажем так, почему их тело, если они занимаются спортом, оно как бы все ниже, ниже и ниже опускается. Теряется мышечная масса, как бы, и просто получится кожа, жир и вода. Поэтому об этом нужно знать, помните, силовые тренировки обязательно, не нужно их бояться, там, а наоборот, только жизнь начинается. Просто выберите для себя удобный вид активности и правильного, грамотного тренера. Ну и сон, мы еще пригадаємо, так, здоровий сон, це обов'язково для того, щоб все засвоїлося. Всі вітаміни навесні у нас залишається хвилинка. І, Юль, будь ласка, про це трошки теж. Про поводу сна, да, как бы, это самое главное вообще в жизни человека. Как бы вы правильно ни питались, как бы вы ни занимались физической активностью, что бы вы ни делали, какие аффирмации ни читали, если ваша система сна нарушена, да, не вырабатывается нормальный мелатонин, соматотропный гормон, который помогает вам, опять-таки, омолаживаться, правильная работа гормонов, то на следующий день мало того, что будете больше съедать, вы повышаете риски, медицинская статья, которая подтвердила, что инсулинорезистентность после человека, когда вот ложится систематически после 10 часов вечера, а нужно укладываться до 10, да, в идеале там 21-30, ну максимум 22-30, систематически приводит к инсулинорезистентности, а как следствие сахарный диабет второго типа. Поэтому об этом нужно помнить, знать, как бы у вас бы не был график, вы должны понимать, что это до поры до времени. Насколько хватит вашей генетики, настолько хватит вашего хорошего самочувствия. Ну, все зависит от нас, да? Конечно. Того, как поэтому... мы себе запланируем, какие
спосіб життя ми для себе оберемо, так будемо так жити ви в майбутньому і так будемо виглядати. Юлечка, я дуже рада бачити такою гарною. І справді дякую за такі цінні рекомендації. Я так сподіваюся, люди записали собі, можливо, ще раз, якщо знали, то нагадали. І насправді навесні хочеться поновлювати свої сили, поновлювати те, що не достало нам за зиму. Тож весна нам тому є так, в допомогу, і сонечко нам теж буде допомагати. Юль, дуже дякую. Юлія Кирилова була сьогодні в нашій студії. Будемо чекати ще. Ну і, звичайно, бажаємо всім гарних вихідних. Насолоджуйтесь життям. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.